МИД Польши обеспокоен вчерашним антипольским маршем праворадикалов во Львове. Заявление опубликовали на сайте ведомства. В Варшаве также встревожены резкой риторикой некоторых украинских политсил и требуют, чтобы официальный Киев сообщил о своей непричастности и к таким заявлениям, и к львовской демонстрации. Напомню, накануне несколько сотен украинских националистов устроили факельное шествие в памяти о главнокомандующем УПА Романе Шухевиче. Марш прошел под лозунгом «Львов без польских панов». Мы пытались выяснить реакцию украинского МИДа, но ответа пока не получили.